О, вот это да. Вот это кого надо. У тебя же там уже ядерный взрыв был или что? Ты так защитился? А? Или у тебя уже языка тоже нет? Понял. Вот это смельчаки. Сразу видно патриоты России. Вот все замотался в одежде там. Ну даже слова не можешь сказать. Это я понимаю. Серьезные пацаны. Ну давай, живи в бане. Блин, где ты, ёпта. Ах, ёпта. О, добрый вечер, добрый Ого, день. добрый вечер. Украинцы у вас те еще, историки. Да. Мы ж Да море ладно. лаптями не купаем. Ну, У нас конечно. все цивилизовано. А Да. разве не вы Черное море-то выкопали? Да нет. Мы знаем, что лаптями московиты море копали. Мы вот просто по приколу написали, значит, Вас причесали нормально. что. Нормально причесали. Да, так что вам бы историю поучить свою нормально, а тут Да, что-то, блин. конечно, я и говорю, вас причесали нормально. Вы верите искренне в то, что говорите? Кто? Вот Верите. скажите, как называлась Россия до начала 18 века? Серьезно? А Как? 18 век это какой год? Это какой год? Это целое Я столетие. на умного проверю, ну-ка. Столетие целое, знаете такое? Да я в курсе, да. Какой год? 18 Смотрите, это век. тогда жил Петр Первый, Чего ты елозишь? Екатерина Ничего такого. Первая, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина Вторая, Год Павел какой? Первый. Год какой? Да. Какой год? 1700-е. Молодец, Так что правда. было? Так что было до начала 18 века? Красиво. Как А называлась что было? ваша государство? Русь, Русь. Русь была? Нет? Так Нет. государство ваше называлось до 17 века? Да, прикинь. До 18. А, В Труре ну... не было государств, прикинь. А, не было. Вот это интеллект, ты просто блещет умом. Конечно. А что, если вам Найди скажу, мне что хоть один было... документ мне про слово государство, ну-ка. О, Такой давайте. интеллектуальный мне типос попался. Давайте, смотрите. Документ называется «Пісцевые книги Московского государства XVI веку. К вопросу о степени достоверности пісцевых книг. Рожков, Н.А. 1899 год». Это вашей публичной исторической библиотеки России. Какой год? 1898 год издания. Про 1600 ты что-то говорил перед этим. Да, архивные данные берутся и пишется, что вот То было есть через московское 50 государство. лет какой-то документ был, да? В смысле? Вот были Почему? историки, которые брали архивы, и, значит, Так их что ты копали историк? и делали свои выводы. Видал я ваших историков, Так которые пишут это много. ваши, Рожков ваш. Да, конечно. Рожков, пишите, Рожков Н.А. Пісцевые книги. Что-то я его не слышал, прикинь. Ну так А вы его посмотри. слышали? Посмотри тогда. Здесь знаешь, что пишется? Что господин Чичулин в своем сочинении «Города Московского государства в XVI веке» и господин Миклашевский, который в своей диссертации о заселении и сельском хозяйстве южной окраины Московского государства. Вот. Долго учил? Нет, это цитата. Нет, ты долго учил эту цитату-то? Так что ты мне сказал Я говорю, «Московское ты государство»? подготовленный такой, я смотрю, ни хера Стоп, себе. стоп, ты сказал мне за государство. Ты там прям сходу такую цитату выдал. Я даже, Да. блин, я даже пацану, я не буду искать. Мне А, интересно. ну, а Ну видишь, ничего себе ты крутой. государство было, еще и А что ты московским еще называлось. знаешь? Ну-ка, выдай-ка мне. О, Давай, знаю. нас не было, Руси не было, русские говно, все дела. Давай. Не, слушай, смотри. Государство твое как называлось до 18 века, я тебя спросил. Русь? Нет. Русь Нет? исчезла после Скажи. монголо-татар. Она не существует Нет уже 500 лет. такого. Да. Не было, конечно, не было. Да. Да, так. Это те, А кто знаешь, сказал? кто рассказал? Ну смотри, монголы пришли, захватили, значит, земли и уничтожили Русь. Серьезно? А ты Да. где историю изучал, дружище? Ох, у тебя аргументы Вот этим серьезные. Рожковым, да? Серьезно? Давай, давай. Слушай, слушай, Давай, а вас когда... там, блядь, так Слушай. причесали, блядь. Слушай, слушай, а Вот, что было в 1721 году? болото были, лягушки хавали. Мы лягушек Понял, хавали. ну ты слабый, короче, неинтересно. Конечно, потому что ты ни хрена не знаешь, дебил. Вообще, расскажи, что там было? Что было, рассказать?
Давай я скажу. Ну да, до 1700 года. Как Россия называлась? До 1721 года так называемая Россия, которой не было, называлась Московским государством, царством, а до этого княжеством. Собственно, здесь можно посмотреть это на примере документов Баркулабовской летописи той же. 16-17 век. Баркулабовская, если сможешь выговорить. Это белорусская летопись. 16-17 век. Белорусская? Да. Белорусская тоже. В каком году появилась? В каком году? Государство? Ну, да. Недавно было государство. Если это белорусская летопись, она в каком-то году... Ну да, если она пишется на белорусском языке, старобелорусском. Если она издает... Если она... Белорусь. Не перебивай. Не перебивай. Смотри, есть такие понятия, как архаика, понимаешь? Вот в Румынии, в Румынии, вот ты знаешь Дракулу? Ну, такой человек был, граф Дракула. Ты отмазываешься сейчас, да? Не, я тебе пример навожу. В Румынии как раз-таки княжество... Мне пример не нужен, у меня конкретный вопрос. Когда белорусское... Да, княжество Трансильванское было тогда, а не румынское. Но, тем не менее, румыны считают графа Дракула, собственно, своим князем. Ну, то есть, архаика. Название в государстве меняется. О, то есть, Румыния до этого была разными княжествами, которые ничего не имели общего с названием Румыния. Королевство Италия также были всякие там провинции, которые не имели общего названия с Италией. И так очень с многими странами. Понимаешь, не все носят одно и то же название веками. Понял? Подожди, я тебя спросил про Беларусь, а не про Румынию. Ты что, не слышал? Нет, ты сначала спросил рассказать мне за твое государство. Так я тебе расскажу. В Баркулабовской летописи... Причем здесь Румыния вообще? Как ты тут съехал на Румынию? Слушай, ну не перебивай, я тебя прошу. Вот смотри, Баркулабовская летопись... пишется за ваше государство, то есть как его видели вот прямо впритык, там Смоленск, вот Полоцк, да, вот жители этих земель, как видели ваше государство. Они пишут, что на запустье великий местный князь Иван Васильевич Московский, царь восточный, град славный великий Полоцк взял под королем Августом року 1563. Дальше за 1600 год они пишут, что на Москву до царя восточного князя Василия Годунова послами ходили. И 1605 год пишется, что Стародуб, город московский, ну тогда взяли Стародуб, к сожалению, взял листы по всей Москве, разослал, поведаючи себе биты царя Дмитра Ивановича Московского. Он и Дмитрий Иванович с людом, взявши град Стародуб и Москву, осел, а Годуна с царства своего московского согнал. Был коронован царем вместо отца своего Ивана, царя московского на Москве. Найди мне хотя бы одно русское здесь, типа, российское, Россия, вот что-то, хоть что-нибудь найди здесь. Все московское, то есть... Русь перестала существовать в 13 веке. Российская империя появилась в 1721. Тормози, я тебе звук включил, тормози. Я ничего не слушал, что ты говорил. Я тебя спрашивал конкретно про... Какую летопись ты мне говорил про белорусскую? Баркулабовская. Тебе почитать про Баркулабовскую? 16-17 век, это я сказал третий раз. Страна Беларусь когда появилась? Я тебе сказал, что этнос белорусский появился намного раньше, чем государство, понимаешь? Это срать на кто много раньше. Вот. Нет, скажи конкретные даты. Ты чем-то апеллируешь, будь любезен, апеллируй датами нормальными, а не про Румынь не затирай какую-то хрень. Вот, да блин, что такое за свеча? Вот. Видишь, Баркулабовская летопись. Что там написано? Объясни мне. Я тебе прочитаю. Баркулабовская летопись. Белорусско-литовская летопись, составленная в конце 16-го, начала 17 века на западнорусском языке. Описание. Баркулабовская летопись охватывает события с 1563 до 1608 года. Главное место в нем занимает рассказы о деятельности казачества под руководством Северина Наливайко, отряды которого действовали на Украине и Белоруссии. В частности, о сожжении отрядами Наливайко Могилева в 1595 году. Также автором священник белорусского селения Баркулабово. Автор. Вот. Белорусское. Слово про Россию. Ты что-то хотел там про Россию. Да, там нету никакой России. Там московское царство. А что ты к этому апеллируешь тогда? Если там слова нету про Россию. Так нету вашей России.
Нету. Есть Московское царство. В этой летописи нету слова про Россию, потому что и не было России. Нормально, классно. Ты подкованный чувак, я понял, что... Ладно. А ты доверяешь своим законам, которые издавались в 1649 году на твоем государстве? Нихера себе. Знаешь такое? Полное собрание законов в Российской империи, 1830 год. И там есть, законы от 1649 года. Так вот, если ты откроешь... Интересно, что ты этим интересуешься. Какого хрена ты из другого государства интересуешься законами нашей страны, которые были 500 лет назад? А мне интересно, как называют там твое государство в 17 веке, да. Знаешь, как там его называют? Там пишется в главе 6... Страница 8. Я историю своей страны знаю. Вот, если ты знаешь, я хочу тебе прочитать, что в твоих законах пишется про твое государство. Глава 6. О проезжих грамотах в иные государства, вот так называется эта часть, и пишется, а будет кому учиться ехать из московского государства для торгового промысла или иного для какого своего дела в иное государство, которое государство с московским государством мирно, и тому на Москве битычевом государю. Видишь, дальше пишут, что а будет кто поедет в которое государство без проезжей грамоты, и был в ином государстве, приедет в московское государство. Видишь, как все просто. А ты говорил, нету государства. Не было такого даже понятия. Что такое? Не выдерживаешь, да? Вот просто не вываливаешь. Так, что там ты говорил? Говорю, не выдерживаешь, да? Не вываливаешь меня. Ну, не конечно, получается. Да. Я звук выключаю, да. Потому да. Что такой бред. Ты слабенько, там, слабенько. Да. Слабенько. Надо учить историю тебе. Очень слабо. Конечно, да, я твою историю знаю. Вот мне интересно, почему ты интересуешься моей историей так? Смотри, значит, ты и твои соотечественники лезут к нам и говорят, что мы же Русь все. А я вам читаю и говорю, здесь нету никакой Руси, есть московское государство. Кто к тебе лезет? Ну, такие, как ты, соотечественники говорят, мы Русь. Мы Русь, мы вся Русь, мы все русские, мы все один народ. А я говорю, Вася, московиты, руси нам не братья. Нормально. Слушай. Моей страны, откуда вы взялись? Куда вы полезли? Мы взялись, мы здесь живем, понимаешь, на этой земле веками. Где, на какой? Ну, на этой, на украинской. На какой украинской? Смотри, Киев, столица Руси. Давай Харьков. Харьков возьмем. Давай Харьков возьмем. В чем проблема? Украина. Украина. Его Харьков основали казаки, которые выходили из Запорожья, из Среднего Поднепровья, там, Черкас. Да. Тебе почитать документик оригинальный? Да, давай. Давай, отлично. Давай. Так, документик за Харьков ищем, значит, 1654 годик. Так, открываем и смотрим, что же здесь написано. Так, Харьков. Вот, значит... У нас основал первую столицу. Смотри здесь, что написано. Значит, это какая-то типа грамота Григорию Семеновичу Куракину, Чугуевский воевод, так, Василий, вот, пишется, значит, и к пределу Бориса и Глеба в даче Белоградского уезда речка Лопань до Харьков со всяким угодьем. И в нынешнем 1654 году приехал с черкасских городов. Приезжие черкасы начали строиться в той их церковной вотчине своим насильством. Что такое? Тебе не нравится, что я читаю? Ты что-то там какую-то молитву зачитал, которую непонятно вообще. Ты что-то о чем? Я тебе оригинальный документ читаю, где пишется, что черкасские казаки, то есть те, кто с Черкас, те, что в центре Украины, приехали сюда и заселили это место, понимаешь? Здесь начали жить. Харьков, не срать на место. Так это и есть поселение, с которого развинулся город Харьков. Казаки Харьков сделали, да? Обосновали. Это первые, кто здесь вообще заселился и развивал этот поселение, я а потом город. Я этого не спрашивал. Что я не тебя спрашивал про город Харьков. Я тебя не спрашивал, кто туда пришел до этого. Ты в курсе, в каждом городе кто-то до этого был? И в Одессе, и в Киеве кто-то до этого жил на этом месте. Ага, так а что ты спрашиваешь? Вот тебе основали Харьков, получается, меня, казаки. Да, основание Харькова.
В смысле, до основания. Кто основал город Харьков? В каком моменте он начал называться город Харьков? Никто туда там до этого жил. Какие-то племена, какие-то, не знаю, дебилы, уроды, мне похеру на них. Ну, в даче Белоградского уезда, речка Лупань. Понял, кто основал город? Не ори, пожалуйста. Ну, я понимаю, что говорит, что неудобно такое слышать. Ну, поймите, что украинские земли основываются украинцами, казаками, понимаешь? Не твоими там царями, а казаками. И вот как раз таки Черкас-казаки основали город, ну, еще не город, естественно, но город никто вот с пустого места не построит. Чтобы основать город, нужно, чтобы здесь уже были люди, здесь кто-то жил. А кто здесь живет? Местные, естественно. А местные кто здесь? Казаки украинские, понимаешь? И вот пишется, что основали вот поселение, жили здесь все вот эти люди, они с Черкас, понимаешь? С Черкас, а не с твоей Московии. Все. Аргумент. Кто-то там жил? Аргумент. Ты мой вопрос-то слышал, нет? Слушай, смотри, я построил город. Мне надо люди. Откуда я буду брать людей? Без понятия, что за вопрос. А, просто город будет мертвый без людей, да? Ну, попробуй, да. С этих земель будут браться люди. А люди здесь местные, украинские, понимаешь? Город украинский. Понимаешь, как это работает? Я побольше тебя понимаю. Просвещаемся. Что ты не одупливаешь вообще. Да, что-то не получается у тебя. Даже элементарных вопросов не вывозят. А кто основал город Москву? Юрий Долгорукий. А кто такой Юрий Долгорукий? В смысле, кто такой? Ну, кто он? Какой у него титул там был? Кем он себя... Где он был до этого? Бля, без понятия не помню. А, так это киевский князь. Киевский князь основал Москву. Да. Да. Киевский князь основал город Владимир. Киевский князь основал город Ярославль. Киевский князь... Вы Черное море выкопали, вы Кавказские горы сделали. Иисус был украинцем. Вы что себе возомнили-то, дебил? Возомнили. Читай нормальную историю, иди. Смотри. Промыли, иди. Смотри, подожди. Смотри. Смотри, куда... Смотри. Вот. Что это? Это летопись. Так, открой мне, пожалуйста, год издания и кто написал. Не, ну это позднее год издания, согласен. Да мне ну, похеру. Слушай, вот это и летописи. Не вывозишь, открой, год вот здесь... издания и кто написал. Вот не здесь... Не надо мне рассказывать, не надо, мне это неинтересно. Открой год издания. Я жду. Чего ты сливаешься-то? Бомбанул. Вопрос, год издания вот этой книжонцы откройся, вы. Историк, блядь. Знаешь? Ни хера не знаешь, а что ты пытаешься доказать, серьезно? Слушай. А ты какую летопись читал? Я не слушай. А какие летописи ты читал? Ты там что-то чем-то тыкаешь. Ты докажи это. Открой. Докажи. Издание. Открой. Чего ты сышь-то? Слушай, повесть временных ты лет? Два раза уже морды в говно окунул, тебя еще раз окунут. Открой мне книжку, мою сраную. Ты закончил? Он что-то мне там зачесывает, а что подтвердить не может. Не могу. Ты как вообще... Смотри. Я не смотри, я тебя Випатиевском... больше слушать не хочу. Ера, не надо мне параллель говорить. Давай я договорю, потом ты скажешь. Давай. Я замолчал, когда ты там что-то молился. Давай, хорошо, я почитаю пока. Открывай книгу. Я почитаю пока. Рассказывай, что там хотел сказать. Что там хотел сказать? Открывай книгу. Что там хотел сказать мне? Дата. Дата, так какой-то... Дата публикации, кто это написал? Повесть временных лет писалась в 12 веке, дядя, успокойся. Ты серьезно? Ты что-то про повесть временных лет знаешь? Да, знаю, кстати. Спорим, ты мне не найдешь? Я тебе скину 20 тысяч гривен, если ты мне сейчас повесть временных лет откроешь. Я тебе вообще, блядь, как же вас там промываю, Не скинешь, ты уже мне должен, я уже ее открою. Вась, ты уже мне должен 20 тысяч гривен. Дату публикации этой книжонки открой, пожалуйста. Я хочу тебе цитату найти интересную. Да мне насрать на твою цитату. Так, ты цитата. Уже наговорил мне, какой и чуши. Патиевский уже... список. 1140 год. Опять так.
Ну и на. Уже звук отключил, ты даже не начал читать. Так, смотри, очень интересно, интересно пишется. Вот смотри, я вот в летописи понял, это ж как бы издание, вот и с переводом вот этой летописи. И здесь вот, собственно, мы можем прочитать эту перевод, естественно, но в оригинале также. У той же час вышло из Цесарограда двоє княжичів – Василько та Іван Рогладович. Вони були засланим Стеславом великим князем київським, що не сповняли його волі і не слухали його, коли він кликав їх у руську землю на поміч. Тобто в цьому літописі ми бачимо, що саме був великий князь київський. Да, великий князь київський. Великий князь київський саме був. І він, власне... Вот, оригинал. Княжича 2 из Старгорода, заточены были Мстиславом великим князем киевским, зяни не бякуть его воли, не слышать его, коли зовешь русскую землю. Пожалуйста, московиты, не отключайте звук, не бойтесь меня, все хорошо, просто надо оперировать какими-то документами, а не балаболить. Собственно, найдите мне, пожалуйста, в вашем московском государстве, кроме титула, ну, какую-то Русь, попробуйте мне найти. Серьезно. Типа, вот попробуйте найти, кроме титула. Титул – это такая вещь, которая была в угорского короля, в короля Речи Посполитой, и московского короля, естественно. Но где же название государства вашего? Почему здесь везде московское? Почему в всех вот этих документах написано московское? Объясните. Не нужно так бояться. Нужно нормально общаться. Не нужно, не нужно вот это кричать, не нужно балаболить. Просто возьмите, почитайте, и вы удивитесь в собственной истории. Вот и все. Железобетоном тебе земля, дядя. Ну що, сподобалось відео? Тоді не забувай підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквізитами, що знаходяться в описі під відео. Дякую. Слава Україні!